Здравствуйте, друзья! В Москве завершился финальный турнир чемпионата детско-юношеской баскетбольной лиги России. В финале юноши баскет-клуба «Самара», уступив сверстникам из «Химок» 55-60, всего 5 очей, впервые в истории самарского баскетбола завоевали серебряные медали. В Тольяттинском «Акробате» прошел мастер-класс легенды отечественного спорта, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР и России Ивана Ивановича Едешко. Легко установив контакт с молодежной родительской аудиторией, именитый ветеран спорта поведал собравшимся о том, что так важно человеку для достижения целей в жизни. И если взять глубже, посмотреть на спорт, это он дает шанс войти в другую жизнь совершенно, где он приобретает такие, как и силу воли, он приобретает и коллективизм, и мужество, и борьба над собой. Вот, то есть вот эти те моменты, которые ему нужны будут, когда он окончит школу, войдет в эту трудную практически, в общем-то, жизнь. Потом Едешко пригласил на площадку воспитанников с Дюшор «Красные крылья» 99-2000 годов рождения, чтобы выжать из них все соки в показательной тренировке. Дриблинг, передачи, командная и личная защита. В этих рамках мастер-класс продолжался под громогласные указания эмоционального Едешко и непрекращающиеся аплодисменты присутствующих тренеров, областных команд и болельщиков около часа. Это мероприятие было организовано при поддержке Министерства спорта России, Федерации баскетбола Самарской области и баскетбольного клуба «Красные крылья». Но какой тренер сможет спокойно наблюдать за поражением? А их в утешительном турнире набралось немало. В том смысле, что пока у «Самара СГО» одни поражения. Что напало на дебютанта Суперлиги, непонятно. Ведь играли сезон очень прилично и на выезде, и в родных стенах. Ну, а это были новости баскетбола от СТВ. Всего вам доброго.